Доброго времени суток, уважаемые зрители! Это я, Винокентий Самогонкин, а это мой товарищ, пес Максим. В конце марта мне довелось проездом побывать в городе Санкт-Петербурге. Максим, к сожалению, в силу своей высокой занятости, не смог меня сопровождать. Поэтому ему, возможно, как и вам, хотя вполне может быть, что и нет, будет интересно посмотреть мой, как всегда, бессвязный, сумбурный видеоотчет о состоявшейся поездке. Итак, прошу вас. Приезжайте в конце марта на залив. Пойдем, дальше покажу. Тут у нас вот сам стойки, кстати, варил вот эти вот под гитары. Кстати, охрененно. Да. Джинсой обматывал и как его горячим клеем все заклеивал. Вот так вот. Ладно, так сюда. Так, так. Тут, конечно же, бардак, я не ожидал, что ко мне гости придут. Вот он в черном цилиндре, в наряде старинном. Саня спешит. Здорово. А, как говорится, небольшой перекус под бокал красного вина. Алло. Очень приятно. Алло, да, Нина. Алло. Ну как дела? Будем здоровы. Так, здесь я все включил, что надо было. Отлично. Вином душу не обманешь. Поэтому взяли русский стандарт. Пайсы. За русский стандарт. Ну что, да будет все хорошо. На Пушкинскую какую-то поедем. Шаверма и исторические здания Санкт-Петербурга. Это такой культурный комплекс. Поел, посмотрел. Шаверма в Питере возле исторических культурных зданий. Это нормально. Мы сидим в столовой на Лиговском проспекте. Самое прекрасное, тут людей очень много. Соответственно, тут все есть. Хочу объять необъятное. Да. От пива, заканчивая водкой, заканчивая... Возможно, и нет. Что ты еще в баре видел? Коньяк, абсент, еще что? Виски там. Ну, там все в наличии. Значит, там нормально, там широкий выбор. Значит, здесь можно пить. В Питере Питер, да, что ли? Это отлично. Герой нашего времени, Серёжа Шнуров, уже спел. Это да. А что уж мне-то? Я могу так. Поддержать. И если мне станет душно, когда горят тормоза, я смотрю, как по белоснежной коже медленно движется, лезет она шаг, а вокруг меня тундра, вокруг меня лед. Я смотрю, как все торопятся, хотя никто никуда не идет. А карусель вертится, и крыльями шурша. И вот моя жизнь танцует на пригородных рельсах, на лезвии ножа. Если я рухну, рухну как-то не так. Нас у Бога много, килограмм напиток. У каждого в сердце развит где-то один. Отженись от меня, пока не поздно, брат, никотин. Питер уже хороший город, мне очень нравится. Очень красивый, очень приятный город, безусловно. Много исторических мест, которые популярны.
Ну вот один момент, что построим не так. Зачем Петр его придумал построить на Балтийском море? Построил бы сразу на Черном, чтобы было и тепло, и приятно. А вот это вот, я первый раз приехал в Питер, правда, вот такое время вот в конце марта. Раньше я приезжал всегда в июне, в июле. Вы знаете, в конце марта совсем другие ощущения. Вот так, ребята. Хотел посмотреть на суровое Балтийское море, бушующее. А оно замерзло. И Нева замерзла. Что можно пожелать людям, живущим в Питере? Да что можно пожелать? Людям, живущим в Питере, можно пожелать только хорошей погоды. Все остальное не кушать и есть. Вот им только погода не хватает. Если они думают, что у них чего-то нет, то значит они просто не бывали в других провинциальных городах России. Вот шкаф поставили сюда для дальнейшего как бы развития лофт-пространства нашего Лукоморья. Вот, но по статистике, по всем обстоятельствам ничего не получается. Пойдем дальше. Все мы в нормы уходим. Вот тут я вот и живу. Тут у меня бардак, конечно же, я не ждал вообще гостей. Честно, так вот, тут я вот и как бы и живу. Бухаю, пью, ремонтирую, отдыхаю, слушаю музыку. Ну, отлично, отлично. Курю. Это обязательно кофе? Да. Конечно, будешь? Конечно. Как ты, через трубку будешь? Или через пакет? Вот таков настоящий Питер.